Получение паспорта готовности – процедура ежегодная. Проверку проходят все муниципальные образования. Срок окончания проверочных мероприятий – 15 ноября. Проверка касалась как жилищного фонда, так и объектов соцсферы. Организация «Ростехнадзор» проводит проверку муниципального образования, всех ресурсоснабжающих организаций, объектов социальной сферы, в том числе управляющих компаний, на предмет подготовки к отопительному сезону. Данная проверка проведена в отношении муниципального образования в городе Димитровград, и, соответственно, выдан паспорт, который мы получили буквально на той неделе, и, соответственно, город уже юридически готов к прохождению отопительного сезона. Чтобы пройти проверку в этом году, комитету по ЖКК администрации города пришлось провести колоссальную работу. Ведь не секрет, что в городе большее количество сетей изношены, и часть из них пришлось менять в срочном порядке. В этом году у нас задача была очень серьезная. Это нам надо было отремонтировать 4-7 километров сетей, а по предписанию Ростехнадзора отремонтировать 6 котельных, которые находились в ужасном состоянии. С этой задачей мы полностью справились. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.